Доброго вечерка моим друзьям. Спрашивали у меня о шаре обдирочном. Вот я получил, сегодня съездил к товарищу, он мне заказал на Алиэкспресс. Вот такая упаковка, вот он новый, вот он старый, 3 года вот этому шару. Цена, сразу скажу, 27 белорусских рублей, это около 9 долларов. Или сколько это, 800 рублей, 900 рублей российских. Курс плавает. Ну, то есть до 1000 белорусских рублей. Ну, пусть 1000. А 3 года назад он стоил 15 долларов. И сейчас вот этот, я отдал 9 долларов примерно. Этот стоил 15 3 года назад. Не знаю, на Алиэкспресс, может, подешевело. Перевод. Специальный шпиндель для углошлифовальной машины. Angle Grinder, углошлифовальная машина. И вот тут показано, как оно все выбирается. А здесь написано фреза на упаковке, уже не знаю, где ее там упаковывали. Здесь на английском, сзади всякая, текст не переводил. Ну что тут переводить, все понятно. Что я им делаю? Я им делаю вот эти вещи, все вот эти вот закругленные. Сейчас шлифовать буду. Пробовал я, вот у меня 2 стоят фрезера, прямые углы, тут закругленная фрезой, конечно, делал, не нравится, это липа, она вон треснула, не нравится мне такие работать с фрезером. Обхожу вот это этими, потом выбираю вот этими дисками, вот так вот потиху. А этот, ну, сделал, валяется, он нашел, показать специально, что, в принципе, можно и фрезером выбирать. Но я хочу повторять, контур ствола, это вот сук был, это облепиха, это черешня. Вот сейчас шлифую. Всем добра, всем блага.